боится. Дед смотрит на это сквозь пальцы, пока дела в Акоре идут нормально. Собственная сеть настолько отлажена, что сама собой руководит. А с остальным управляется помощник комиссара. Проникаете, собираете инфу по производственным точкам и начинаете ставить их на уши. Эмиссару придется вернуться в Акоре и налаживать дело, пока дедушка не узнал. Тогда мы схватим его, а через него достанем и деда. Есть что-то от Боумен. Похоже, какая-то инфа по эмиссару. Знакомьтесь с отчетом Боумен по схеме выработки коки Санта-Бланкой. Главные тут дед и гринго. Дед боливиец. Раньше выращивал коку, теперь делает кокаин. Похоже, гринго химик-неудачник. Когда-то работала на НКО здесь же, в Боливии. Затем примкнула к картелю. Есть третья цель. Принято. Здесь главарь бандитов. Сделаем так, чтобы он пожалел о жизненном выборе и всем об этом рассказывал. А, черт, нас заметили. Их лейтенант убегает. Плачешь, пидор? Скажи боссу, что мы идем. Когда мы его убьем, можешь за него отомстить. Намаз! Передам! Только не убивайте! Думаете, до них дойдет? Да он же наверняка обоссался со страху. Его свои же засмеют. А представь себе, что сделают повстанцы. Кумбас, это Пак Катари. Ваши победы вернули нашим людям надежду. Чем выше боевой дух, тем лучше. Да, надежда. Поможет людям воевать. Но для победы одних эмоций мало. Не бойся, Пак. Все только начинается. Конец связи. Стоп, тут оружейный ящик.
Оставим метку, чтобы повстанцы могли забрать эти припасы. Претерпеваете те же лишения, достигаете тех же результатов, что и мужчины. Но вы женщины, и на вас всегда будут смотреть, как на пробравшуюся наверх шлюху. Это не Дефлорес, и вы, высокомерные заправилы, меня знаете. Многие женщины, работающие на Санта-Бланку, спрашивают меня, как мне это удалось? Как я умудрилась дорасти на... Найдена их сетевая станция. Займемся ею. Похоже, все в норме. Смотрите, вот координаты кокаиновой фабрики, переделанные из скотобойни. Чего ж... Установ... Мы ждем. Поднимем эту хрень на воздух. Есть проблема. Войти туда можно, только зная код. Как нам его раздобыть? По этим данным, помощник эмиссара в курсе. Выследим его. Готовы? Огонь, огонь, огонь! Вас понял. Внимание! Вижу помощника. Он еще должен... Стоп! Давайте займемся делом. Внимание, вижу помощника. Он еще должен нам кое-что рассказать. Пожалуйста, ради бога, только не убивайте! У меня семья! Код доступа на фабрику кокаина. Говори. У меня два мальчика, два малыша. Зовут их Густаво и Филиппе. У меня есть фото. Показать? Никакие фоточки мне не нужны. Давай код доступа, и мы разошлись. Перкейсесо, как же так? Вы что, детей не любите? Боже, ты хочешь снова увидеть Густаво и Филиппа? Тогда назови код. Ладно, вот, 654-375. Именно этот, богом клянусь. Боумен, код у нас. Я отправляю вам вирус. Заразите им компьютеры фабрики. Он проникнет в программу химпереработки кости и испортит. А если его попытаются удалить, он заблокирует оборудование. Санта-Бланка потеряет большой объем продукции, а фабрика надолго выйдет из строя. Ты что? Это ж Таски! Готовы? Открыть огонь! Ясно. Это мой шанс. Атакую!
Огонь! Вас понял. Открываю огонь! Мы их раздразнили. Готов. Держитесь, я поведу. Пока смесь еще горячая. Готовы? Открыть огонь. Принято. Черт, атакуют! Враг мертв. Гринго, секунды, пута мадре! Черт, нас заметили. Открыть огонь. Принято. Значит так, как только попадаем на фабрику, взрываем систему управления и запас... Погоди-ка. Снайпер, пригнись, твою мать! Значит так, как только попадаем на фабрику, взрываем систему управления и запаса сырья, а после пулей наружу. Забраться внутрь и оторваться по полной. Принято. Ясно. Уже на подходе. Окей, мы на месте. Сначала гробим пультовую. Есть. Смотрите, оружейный ящик. Так, он готов. У нас потери! Эй, у нас потери! Потери! Вижу бандитов картеля.
Черт, у нас гости. Вижу бандит с ПП. Я не вижу. Вон там, на блокпосте. Они знают, где мы. Связались с повстанцами и вызвали подкрепление. Давайте без шума, эти парни почули, не ладно. Зараза, чертова сирена! Повстанцы перестреливаются с Санта-Бланкой. Мы в этом участвуем? Вертушка на подходе. Мы попросили повстанцев отвлечь их внимание. Понятно, ясно. Отправляем людей на позицию. На землю вертолет. Веду огонь по мудакам. Зажгли вертолет. Давай туда. Ясно. Цели на мушке. Жду команды. Мы запросили подкрепление у Пака Катари.
подняться. Вас понял. Держать позиции. Вас понял. Окей, мы на месте. Сначала гробим пультовую. Есть. Вижу оружейный ящик. Цели на мушке. Что теперь? Готовы? Огонь, огонь, огонь! Ясно. Граната, граната! Снайпер! Твою налево. Она огроменная. Источник утверждает, переделана из бывшей скотобойни. Да, но я думал, это будет обычная хибарка картеля, а это... это куда круче. А мне наплевать. Чем больше куча навоза, тем жарче горит. Усекли мы подход. Управление накрылось. На восстановление уйдут месяцы. Куда теперь? На склад. Взрываем весь запас кокаина, а затем испаряемся. Есть. Дверь открыта. Подрыв пультовой повредил дверные запоры. Обшарьте здание, взорвите все запоры. Погоди. Да спрячься уже!
вы шлялись? А вот и склад. Взрываем. Вернемся к делу. Обшарьте здание. Взорвите все запасы кокаина, какие найдете. Есть. Похоже, эти убийцы хотят, чтобы им врезали. Осколочная. Получайте, Кулярос. Осколочная. Получай. Мы связались с повстанцами и вызвали подкрепление. Они идут прямо на нас. Давай. Принято. Осколочная. Склад уничтожен. Движемся дальше. Подтянулось еще куча уродов. Расслабьтесь, мы еще живы. Дверь открыта. Вперед. Вас понял. Вижу склад кокаина. Осколочная. Получайте, Кулярос. Черт, как ты думаешь, они услышали взрыв? Осколочная. Взрыв привлек их внимание. Осколочная. Получайте, Кулярос. Склад уничтожен. Движемся дальше. Да, да хренище, порошка мы на дно пустили. Кто-то в штаны наложит. Теперь у эмиссара яйца прищемлены крепко. Придется ему объявиться, чтобы разобраться с ситуацией. И он наш. Черт, тревога. К нам летит вертушка. Вертушка, ложись. Спрессуй задницу.